3 декабря – Всемирный день инвалидов. В этот день 8 учащихся курсов компьютерной грамотности люди с ограниченными возможностями получили удостоверение. Субботний экзамен сдали все участники компьютерных курсов, хотя еще месяц назад вновь пришедшие не знали элементарных правил работы с техникой. О том, чтобы напечатать документ с помощью клавиатуры или даже включить компьютер, не было и речи. Для инвалидов, особенно для тех, которые не могут выйти порой из дома, компьютер – это единственный способ общения. Поселок Озерный, да, председатель первички, а не Родовская Людмила Владимировна, несмотря на то, что через реку опасно переходить, но все-таки жажда к знаниям вот, ее двигала, и она все-таки, переборов страх и риск, она приходила сюда. Валерий Дерягин общается с родными, которые находятся за пределами нашей страны с помощью интернета. Говорит, телефонные звонки – дорогостоящее удовольствие. Всемирная сеть исправила положение. Сейчас начинающий пользователь планирует освоить Skype. Освоил в основном то, что мне было необходимо. Это общение через ML-почту с близкими, родственниками, друзьями. Ну, в общем, так, если просто сказать, ноги плохо ходят, а тут дает возможность общаться. Большое спасибо нашим девушкам. Вы извините, мы немножко... Вот я, например, не дослышу. Я иной раз их по 3-4 раза переспрашивал. Вот. Вот они стойко переносили. Молоко не знаю, но конфеты им положено за вредность. Курсы компьютерной грамотности, которые проходят на базе Центральной библиотеки, не редкость. Правда, инвалиды участвуют в подобном обучении впервые. По словам заместителя директора Печорской ЦБС Татьяны Смагиной, помимо освоения персонального компьютера, люди с ограниченными возможностями познакомились с произведениями современных авторов. Наша цель была не только обучить компьютеры, но и сделать вот эти людей этой категории нашими читателями. Поэтому работники отдела обслуживания проводили им информационные часы о писателях и поэтах современности, русских писателей, познакомили их с книжным фондом, знакомили их с теми выставками, которые проходили на базе нашей библиотеки. Председатель общества инвалидов Татьяна Терентьева выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в этой области. В свою очередь, сотрудники библиотеки пообещали организовать новые курсы для людей с ограниченными возможностями в 2012 году.